И за счет этих людей, вот у которых доход средний ниже среднего, те люди, которые богатые, они хотят обогатиться. И здесь в этот момент необходимо просто реагировать. И власть, чем дольше она сидит в кустах, и чем меньше она включает, так сказать, те рычаги, рычаги такие есть на сегодняшний день, вот, и где-то даже, ну, скажем, сегодня выйдет еще одно постановление, это стандартная ситуация, сразу ставлю всех в известность, об ограничении розничной наценки на товары первой необходимости. Это инструмент, который у нас работал и давал, так сказать, постоянный, так сказать, эффект. Сегодня такое постановление за моей подписью выйдет. Вот. Появятся, значит, люди, которые этим будут недовольны, в первую очередь розничная торговля. Но у нас есть механизмы, значит, как этих людей убедить в том, что это постановление надо исполнять. Потому что сегодня наживаться на пенсионерах, наживаться на тех людях, которые имеют невысокий, значит, достаток розничной торговли, я не позволю. И такие форматы у нас уже есть, они отработаны и неоднократно применялись. В 2008-2009 году мы эту ситуацию жестко держали под контролем. И товары первой необходимости, особенно те, которые в первую очередь сегодня покупают наши пенсионеры, будут взяты под мой непосредственный контроль. И мы найдем возможности, значит, как заставить нашу торговлю на эти товары не поднимать розничную надбавку выше, чем это положено.